Спящая Венера Джорджоне считается одной из величайших картин всех времен, и что это одно из первых откровенных ню в истории искусства. Да, были, конечно, изображения обнаженных женщин, но здесь это все подано на переднем плане. И можно сказать, что если Микеланджело утвердил идеальную мужскую обнаженную фигуру, он любил писать вот эти прекрасные торсы, эти мускулы, именно красоту мужской фигуры, и действительно был в этом смысле маэстро. Ему подражали, то Джорджоне вводит идеальную красоту обнаженной женской фигуры. И опять же, именно благодаря тому, что пейзаж делает атмосферу и сама Венера здесь спящая, хотя, конечно, мы сейчас вспомним и Боттичелли, у него тоже обнаженная Венера, но все-таки там эти ветры, они хотят ее прикрыть и так далее. Здесь же даже такого движения, чтобы ее прикрыть, нет. Она хороша именно в этой своей обнаженности. Она спит, она не смотрит, и отталкиваясь от нее, взгляд все равно уходит куда-то в пейзаж. Она – часть пейзажа. Она – олицетворение этого пейзажа, она – воплощение, совершенство мира. Как человек – венец творения, так и здесь Венера – это условное название, просто спящая женщина. Она – олицетворение самой красоты этого мира. Вся красота мира сосредоточена в ней. На самом деле, тоже тут много загадок. До недавнего времени исследователи вообще спорили о наследии Джорджоне. И даже многие работы, в том числе и эту, и даже прежде всего эту, приписывали Тициану. Потому что, и мы это будем видеть, действительно слава Тициана затмила Джорджоне. Они начинали вместе некоторые работы, Тициан дописывал за Джорджоне. И, наверное, Джорджоне правильно было бы назвать учителем Тициана, особенно на первых порах. Но мы потом увидим разницу между ними. Очень большую на самом деле разницу. Поэтому, когда в конце XIX века нашли вот эти записки венецианского патриция Марк-Антонио Микеля, то обнаружили и его свидетельство о том, что действительно ряд картин, которые раньше приписывались Тициану, принадлежат именно Джорджоне. И вот в том числе и это. Микель даже назвал дома такие, как Конторини, Веньера, Венрамина, где он любовался работами Джорджоне и даже сам был обладателем одной из картин. Именно благодаря этим запискам эта Венера была атрибутирована как работа Джорджоне. Мы потом увидим, даже когда Тициан изображает очень похожий сюжет, он и по характеру живописи, и по трактовке, и по отношению совершенно другой.